Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Ну что, я вам обещал, ребят, что когда мы накопим 1000 кристаллов, мы с вами пойдем за паком, правильно? Но прежде чем идти за паком, мы с тобой еще посмотрим, что у нас тут за задание есть. Нанести 300 единиц урона героям. Так, выиграть зверским зомби-героем и нанести 300 единиц урона, понятно. Так, нас это мало интересует, мы с тобой отправляемся прямиком за паком, ребята. Так. Какой... Подожди, что это такое-то? Нет, какие самоцветы? Наборы, дай мне набор. Вот. Так, ребят, ну что, мы с вами какой? По-моему, вот этот вот. Открывали, да? Слушай, а давай я попробую. Я рискну. Я хочу открыть вот этот набор. Надеюсь, он меня порадует. А может быть и не порадует. Так, открываем. И понеслась. Так, это все у нас есть. Ну, необычные у нас, ребята, почти все по фулке. Так, редкие пошли. Угу. Угу. Мега редкие. Так. Окей. И все. Блин, ребята, это... Вот я вот сколько раз пытаюсь этот пак открыть с надеждой на легендарную карту. И столько же раз я обламываюсь. Да, столько же раз я обламываюсь. Ну что, ребята, переходим на английский язык, потому что вы прекрасно понимаете, что здесь у нас поиграть не получится. Когда они это починят, я, ребята, в душе не знаю. И соперников не найдено. Поэтому нам придется переходить на английский язык. Вопросов очень много. Объясняю, ребята. Если вы играете на эмуляторе, вы заходите в настройки эмулятора, который находится в правом верхнем углу. Выбираете сеттинг. Вызывайте, набираете там язык и ставите на английский. Перезагружаете эмулятор, заходите, запускаете игру, и у вас будут доступны арены, ну и все. На телефоне, ребята, вы заходите в настройки телефона, язык и регион. Меняете там раскладку, то есть ставите английский язык. Заходите в игру и спокойно играйте. Поиграли, заходите обратно туда, переставляете уже на русский язык, и все, никаких проблем. Надеюсь, ребята, все, досконально вам объяснил, чтобы этих вопросов у нас больше не было. Так, ну а я пока буду переходить на русский язык. На английский, точнее. Так, ребятушки, ну что, переключились мы на английскую раскладку, и давай-ка потихонечку начнем играть. Сегодня у меня настроение хорошее. Почему бы нам и не поиграть? Но будем сегодня с вами играть, знаете как, друзья мои? За тех, за кого я играть не умею. Вот решил я сегодня вот так вот, ребят, повыпендриваться, так скажем. Если это можно назвать, конечно, выпендриваться. И первым это будет у нас профессор... Как вот там? Мегамозг? Профессор Мегамозг. Ладно, пускай будет профессор. Ой, ребятушки, сейчас будут меня рвать, как сидорову козу, поверь мне. Ну, потому что я серьезно говорю. Есть персонажи, за которых я умею играть, а есть персонажи, за которых не умею. Ядрен матрен, это что такое? Против ореха. Ладно, давай смотреть. Фуета. Ну что это дали? Подозрительно, конечно, но я попробую, ребят.
Угу. Вот так он решил, да? На хилах парнишка работает. На хилах, друзья. Что будем делать? Я так и думал, что на хилах, а? Что там подготавливает? Кукурузу, что ли, или что? Он все, ребят, спустил все, что можно. Все, что можно и нельзя. Угу. Как он прям вот переживает, друзья мои. Прикинь, сейчас 10 в лицо. Ну да, ну да. Куда он у вас-то? Куда он? Что он хочет сделать? Пам, 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 парам, пам. Что будем делать, друзья мои? А что, если я сделаю вот так? Понятно. Все с ним понятно. Он, ребята, промахнулся. Он хотел поставить. Такое даже у меня было, поверьте. Хотел сделать одно, а получилось все наоборот. Ну что, еще партийку. Играю за ненавистных мне персон... О, все. Цитрон, ребята, это практически роза. Практически роза. Вторая роза, можно и так назвать. Сейчас будет весело. Слушай, я даже, ребята, удивлен немножко, почему такая колода у моего профессора. Она больше похожа на какую-то колоду танцоров, если честно. Но никак не на магическую колоду. Абсолютно. Хм. Ну, чё-то какое-то барахло. Чё-то какое-то барахло, ребят, нам подсунули здесь. Он, наверное, сам... А, смотри, 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 что делает. Угу. Начинается прописка. Опа. Ага. Потратился. Ха-ха-ха-ха. На воду, шикардосик. Прям великолепно, ребят. Такс. Давай-ка сделаю вот так вот. Но он на бобовых, ребят, играет. Он на бобовых. Тут веселиться, как говорится, особо не повеселишься. Эх, чуть-чуть ты не туда влез. Да ё-моё, сейчас превратит. А, нет, не превратит.
не превратит. Нет у него превращалки. Он бы и рад его в кого-нибудь. А, орех у него. Ох, у него орех. Давай проверим его на могилоеда. Пипец. Не то, что я хотел, если честно, ребят. Совсем не то. Но ничего не поделаешь. Такс, нам придется с тобой сделать следующим образом тогда. Но это не говорит о том, что у него больше ничего нету, верно? Ребят, какая-то странная колода у моего. Ни одного заклинания нету. Что за ерунда? Скажи мне на милость. Че, приплыли, что ли, получается? Ну, походу, приплыли. Нет, еще не приплыли. Но проплывем. Интересно, что он может сделать, а? Все, приплыли, ребят. Я надеюсь, ты понял, что я хотел сделать. Я хотел, ребят, превратить их через семерку в гаргантюашек, через кровавую луну. Но этому было не суждено случиться. Я не пойму одного, друзья мои. Это что, блин, за такой, у которого нет заклинаний? Это, ребята, что за колода? Господи, это колода действительно похожа на каких-то танцоров. Я не знаю, ребята, это какие-то эксперименты. Когда-то я в детстве, наверное, их делал. Давай попробуем вот за эту колоду сыграть. Просто 300 лет тому назад когда-то делал. Еще экспериментировал там по молодости. Вот. И она осталась. Ну, тут что-то вообще как-то... Да чтоб тебя, ну! Одна колода не легче другой. Давай так. Ага. Что у нас тут есть? Ну, вот этот есть охламон. Замбота? Смотри, что вытворяет, а? А если так... Ну, понятно, что он его откинет, это все понятно. Но здесь дело немножко в другом, ребят. Здесь дело в том, что он работает и играет... Да... О-о-о! А зачем он это вот... Ну, допустим, окей, хорошо. Ты серьезно, блин? Ты посмотри, что он вытворяет, ребят. Поехали.
Давай сюда. Так. Заморозочка. Как мы теперь будем выкручиваться? Ребят, я ума не приложу. А ведь как-то надо выкручиваться. Так, еще один и все. Так, друзья мои, ну что мы поставим-то? Сюда? Или вот так вот сделать надо? Лучше. Окей. Я, наверное, подержу немножко. Да вы оборзели, что ли, уптырки, а? Давай так сделаем. Ну тут, по-моему, Харю опять разбили, ребят, не? Почему, ребята? Потому что у меня полная рука была. У меня не сработал бы щит. Так, хорошо. Поиграли. Так, давай следующего. Кто у меня из зомби такой? Вот. У меня заморозка, ребята, и Нептусь. Это тоже мои самые такие... голову сносящие персонажи. За которых я не могу играть. Причем здесь у нас морковка. Поехали. Серьезно? Ты даешь мне зомби на зомби? Ну, что поделаешь, ребят. Кактус. У него, друзья мои, кактус. Будет он... А, вон он что делает. Нам надо сдувать. Не получится уже сдуть. А вот это, кстати, он зря сделал. Тупанул, походу, дела. Может быть, у него, конечно, план такой идеальный прям, я не знаю. Но, как по мне, он сделал большую глупость. Сейчас проверим его на могилоеды. Так, использует. Он поставил сюда гриб? Серьезно?
Ну-ка давай проверим. Иди отсюда, шалобола. Посмотрим. Наверное, бомбочка припасена у него, да? Не бомбочка, но... Мне кажется, с этим парнем пора завязывать. Ты слишком запоздал, как по мне. Такс. Бомбочка была, ребята. У него была бомбочка, да? Смотри, сколько могилоедов у него, ребят. Так, ну мы получим 5 в лицо. Следующая карта будет вот эта. Кого бы он сейчас не поставил, мой переметнется именно туда. Опа! Ё-моё. Ребята, вот это плохо. Вот, вот это серьезно плохо. Ну, взял, хорошо. Опа. Опачки. Опачки. Я только одного не понял, почему этот-то не переместился? Скажи-ка мне на милость. Воу! А почему броня? Почему броня не сработала, друзья мои? Должна была, блин, у меня... Вот столечко было, должна сработать была броня. На 6-м ходу... Ну, умывай руки. Я умываю руки, друзья мои. Где вот эти карты были все, а? Вот это вот, вот, вот именно эти карты, которые сейчас выпали, они бы очень хорошо зашли бы именно на той игре. Ты видел, сколько у него могилоедов было? 3 штуки, ребят. Ведь 3? Я ничего не путаю.
Ой, ребятулечки. Сегодня захотелось мне немножко расслабиться. Я вообще хотел, честно говоря, стрим сделать. Но подумал, что мало кто придет, мало кто узнает. Как всегда, без предупреждения. И решил так закатать. Что-то, блин, опять знакомая какая-то колода, блин. Ну, вот я выкинул его. И что мне это даст? Он же опять сюда поставит свой кактус. А может даже два. А может даже три. На-на-ри-на-ни-на-найс. Давай сюда поставим. Будет он как-то прикрывать его или нет? Как думаешь? Молоточек у него, ты прикинь. Ну-ка, хлыщ. А еще у тебя есть молоточек? Ты прикинь? Ты прикинь, у него молотки, блин, за молотком. Ну-ка, давай сюда. О, вот тут ты, парнишка, не прав. Давай, молоточек свой, что там? Опять за свое. Может быть, найс. Ты на-на-на-на-на-на. Интересно, бомба у него наверняка есть, ребята, бомбочка. Наверняка. Чую я, что там бомба. Я просто думал выставить. Этот парень на хилах, друзья мои, оказывается. Этот парень на хилах. Он будет бомбу тратить. Но у него может быть ядерный гриб. А он здесь не поможет ему. Ну, убьет он этого. Ему надо что-то такое серьезное. И знаешь, что бы ему помогло? Орех. Но он, по-моему, 9 энергии стоит. 9 солнца. Вот этот орех, который катится по земле и... Бабах! Все здесь в щепке, что только есть. Хиляется. Этот гад, ребят, хиляется. Ну, понятно. Ой, хорошая-то какая карта, ребята, выпала. Ой, какая хорошая карта. Мы сейчас, знаешь, что можем сделать? О-о-о, ты даже не представляешь. Мы сейчас с тобой... Если, опять же, ребята, могила еда у него нету. Если могила ед есть, ни хрена хорошего не получится. Но, по-моему, должно получиться. Смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Так, 5 и 4, да? Сделаем так. И вот так.
Он хочет хильнуться. А, все попрятались, хильнуться нечем. Беда. Для 9 хп это беда, ребят. Он ставит сюда орех. Ты серьезно? Ну... Пипец, ребят. Нарочно не прыжу. Он... А как он? Он читер, ребята. Он читер, он проглядел. Он просто проглядел. Давай еще могилу еда трать. А, не стал. Так, ладно. Только не спрашивай, зачем я это все делаю. Тупорылью называется. Ай, ребятушки. Защиту ставит. И хилку, да? На всех. Ой, вообще замечательно, ребята. Мне кранты. Где ядовитая бочка, когда она нужна? Нет ее, ребят, нет, потому что я ее сфейлил. А знаешь, куда я ее сфейлил? Вот на этого зомби, который на воде. Ладно, ребята, играем по фану. Сегодня мне все простительно. Я надеюсь, вы ругаться сильно не будете. Не все время же выигрывать, согласись. Я знаю, за кого я умею играть и кого можно взять, чтобы здесь всем задницу надрать. Ой, Роза. Ой, ребятушки. Роза. Это беда. Это беда. Оп. Чарочку налили. Бутылочку удалили. Так, что будем делать-то? Будем? Будем. А знаешь зачем? Подожди, крышку, я не закрыл крышку. Я думаю, что там выливается? Твою нали... Эй, Рэй. Рассеянный, как я не знаю кто, ребят. Весь пивом облился, все ноги облился пивом, блин. Твою налево. Ну что, давай проверим. Ну он то, ну здесь-то он должен прикрыться в конце концов. Че? Почему запах сигарет какой-то, ребят? Запах. У меня окно открыто, кто-то дымит там, чувствую я. А на что он рассчитывает сейчас в данный момент? Давай проверим. Да, 5 энергии, я не спорю. Ты сейчас серьезно? На бобовых? Ладно. Вот эту вот фигню уничтожаем отсюда.
Проверка на вшивость. Слушай, ребята, он дотянет до 7 энергии, до 8. И мне кирдык. Пошел отсюда прочь тогда. И вот это самое неприятное. Вот это самое неприятное, ребят. Мне знаешь, кого не хватает здесь? Гробовщика. Собака. Ну почему? Ну почему? Да, он разгоняется, друзья мои. Он разгоняется, понятно всем. Но я этому подсолнуху тоже не дам жить. Так ведь? Так. А смысл? Он же все равно атаковал бы. Хорошо, ладно. А он испугается. Он будет сейчас перестраховываться, ребята. Как? Не знаю пока. Возможно, у него еще есть такой один. Куда-нибудь сюда его поставит. Красота. Он слопал у меня энергию всю, гад. Куда? Сюда? Ага. Я рискую, ребят. Рискую. Ну, закрывай глаза. Твою мать, ну почему ты, гаду? Все, фейл. Друзья мои, это фейл. Почему ты убрал не того, кого надо? Игра, ты ко мне несправедлива. Ты ко мне несправедлива. Ребята, эта серия будет называться серия фейлов. Но по-другому. Ай, ребятушки, это труба полная. Ой. Ребятули, я даже не знаю. Так, берем следующего. Мне... Ну, если честно, бессмертие... Я уже немножко начинаю, ребята, к ней привыкать, если честно. К бессмертии. Начинаю ее более-менее понимать. Ее тактику, ее стратегию. Но не всегда. Это только первые шажочки к пониманию ее.
Ну вот, правда, против коряги. Я даже не знаю. Это коряга. Это пенек. С ним шутить. О-о-о. Приблизительно об этом я и хотел сказать. Мне главное, чтобы это был не читер, друзья. Если это будет читер, который имеет... Нет, это не читер. Как ни странно. Но лучше получить 3 урона, чем 4, верно? Верно. Да хеллоу, хеллоу, ё-моё, хеллоу. Вау! Этот там пускай стоит. Он мне как бы, ну, не особо сильно мешает. Окей. Банан. А стоит ли? Стоит. Или не... Блин, он же все равно бомбанет, да? Бомбанет. Банана. Банана. Лопух вшивый. Да ты заколебал своими бан... этими... Ну и чё? Что, жопу прикрывать, что ли? Я не знаю, что здесь делать, друзья. У него бонусные атаки. Че у него там только, блин, нету? Ни одного, ни одной единицы урона, ребят, не нанес. Давай смотреть. Пипец. Приплыли, да? Похоже что-то на это. И как я тут должен с 4 энергиями, блин, выпендриваться, ребят? Да ну это бред. Почему вы не выпала, блин, капелька? Ну почему капелька не выпала, ребята? У нее есть капелька, которая может уничтожить любого зомби, который получил урон. Ну почему капельки не было, блин? Я не понимаю. Я не понимаю этого, ребят. Капельки не было. Иди, как говорится, кури бамбук, блин, со своей капелькой. Капелька у тебя в штанах, блин, капелька, блин. Господи. Ну это пипец, ребят.
Это просто пипец. У меня нет других слов. Ну жопа же полная, ну согласись. Давай, бессмертие, отыгрывайся. У тебя сейчас идеальная, вот идеальная рука. Опять же, на ком она играет? Слушай, хорошо пошло. Давай. Я уже рискну, бог с ним. Ну, я, в принципе, уже догадываюсь, чего мне ожидать. Давай свой hello выставляй. Не стал. Без hello, да? А я не оставлю твоих этих дурачков. Он думает, что он разгонится. Нет, ребят, не разгонится. Никуда он не разгонится. Трубодело. Он опять за свое, да? Поваренок the best from west. Я нашел управу, кажется, на кого-то. На кого-то я нашел управу. Пять в лицо, это, конечно, неприятно, ребят. Сейчас сожрет, да? А, минус один по земле. Угу. Или добор карт. По земле минус один-один. Вообще замечательно. Великолепно. Как думаешь, у него бомба есть? У него бомба есть? Сейчас проверим. Я пожадничал сейчас в данный момент, друзья. Наверное. Но не забывай. О! О! Так. Так. Ну, поехали. Вот скажи, я идиот или нет, а? Вот я идиот или нет, ребят? Бонусная атака, да? Бамс, 6 в лицо, именно 6! Не, блин, не 5, не... Не 5,5, именно 6 в лицо, ребят. Ну что же за бессмертие-то такая, а? Я не остановлюсь. Тысячу раз проиграю, но я не прекращу, пока она не победит. Ну, блин, ну ты серьезно, ну...
Да ёб просто, ну какого хренуса-то? Ну чё вы делаете? Ну все, ребят, это пипец. Ну чё это такое? Ну чё это такое? Ну... Они дают порталы. Ну нахрена мне твои порталы сейчас в данный момент? Ну нахрена они мне нужны, если я ничего не могу сейчас сделать? Ну... Ну давай вот так хотя бы. И орешек, да? Угу. Шесть, да? Подсолнух. Подсолнух готовится, друзья мои. Готовится подсолнух. Он как раз идеально подходит здесь и этого бомбануть. Не подсолнух. Крокодил. Давай так попробуем. Опять он свой, а? Он опять, друзья мои, за свое. Я пропущу пока ход. Ладно, он рассчитывал, он думал. Ага. А бомбу? А бомбу ты забыл, парень? А бомбу ты забыл? Хлыщ недоделанный. Ну что-нибудь там, хилка может быть, у него может быть защита, да что хочешь может быть. Орех он потратил. Рискну, друзья мои, семерочку реализовать. Вот это вот. Ох, лишь бы прокатило. Так, он пошел предохраняться, да? Что делаем-то? Ну, давай я вот так попробую. Сейчас, прикинь, эту ядерный гриб бросает, и вот эти все размываются. Ну,
Не пойму, что он елозит, а? Смотри, 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 что делает. А ты жук навозный. Хорошо, давай поговорим. Давай поговорим. Мне интересно. Ну тут, понимаешь, тут ему все, тут ему крышка, ребят. Ну вы серьезно, блин. Ну вот она, победная колода, ребята. Я потерял телефон. Это пипец. Ребята, вот была победа. Вот. Понимаешь? И у него орех. Идеальная игра шла. Идеально. Орех все испортил. Он просто все испортил, ребят. Я ж прям не могу. Меня просто подгорает жестко. Ой, ребятушки, да. Это трэш. Именно орех. Я еще думал, может быть поставить, может не поставить. Сопли там жевал, думал сюда этого поставить. Как его? Там был у нас в надгробии, который чувак. Что это начинается-то тут? Вот, но не поставил. Пожадничал. Это жадничество иногда, ребята, ну просто, просто убивает. Иди отсюда, блин. Утырок, блин. Пока терпимо, ребят. Сейчас патиссон выкинет. Прикинь? Не, не патиссон. А, предсказуемо, друзья мои. Так, тратится потихоньку, да? Потихонечку тратится, ладно. У меня хилов, ой, хилов. Но он потратил же энергию, да? Давай так попробуем. А я так и думал, что эта херня, ребят, вылезет.
Для меня это не удивительно. Так, что мы сделаем с тобой? Да ничего. Нытик, блин. Все? Уже не знает, что, как, куда воткнуть, блин. Что сделать, блин. Говношлеп. Так. Ну давай попробуем сделать вот так вот. И хорош пока. Серьезно? А, смотри, он тоже заморозку делает. Ха-ха, ты жук. Нет, арбузу я не дам жить. Нет. Арбузу здесь не жить. Так же, как вот этому хмырю. Да он опять за свою, а? Блин, мы ему в блок, да? И минус два... А, нет, нормально. Слушай, ребята, а где заморозка? Ты смотри-ка, а? Ребята, это плохой знак. Это чертовски плохой сейчас знак был. Почему он взял именно... Не пойму. Давай проверим еще раз. Что, приплыли, что ли, получается? Не? По-моему, приплыли, друзья мои. Он же заморозит? Заморозит. Короче, труба дела. Все, приплыл. Как обычно. Если, конечно, блок какой-нибудь не сработает. Но он не сработает. Все, друзья мои. Умываем руки, блин. Меня еще тут отвлекают, блин, просто пипец. Блин, столько раз фейлится. Но это, конечно, перебор, ребят. С моей стороны это перебор. Ам? Угу. Это кого?
Ну, вспышку на солнце такой сможем победить. Нашей бессмертией. Так, пропускаем ход. Мне пока нечего ставить. Давай так попробуем. Колотушка, тук-тук-тук. Колотушечка, золотушка. Давай так попробуем. Ягода малина, лес меня манила. Хрен тебе. Ну согласись, что около победных уровней было просто дофига. Я думаю, ты со мной согласишься. Обжорка. Маленький обжорка. Маленький обжорка сидел на кусту. Маленький обжорка глядел на туту. Ребятушки, я понял, что здесь. Я понял, что здесь за колода. Я думаю, ты тоже понял. Это колода, ребята, ягодный микс. Это ягодный микс. Ничего пока делать не будем. Пошел кормиться. Одно местечко пригорело у него. И он побежал кормиться. А он наивный, как 3 рубля. Ладно, ждем. Ты сейчас серьезно? Ну ладно. Дело-то житейское, ребята. Подожди. А почему он именно сюда хочет вляпаться? Давай сюда поставим. Давай так сделаем. Прикинь, что она сделала, гадюка. Да в плане не сработал. Я хотел щит пробить, блин. Пробил щит. Mmm.
Блин, погибнет парень ни за что. Но я могу. Нет, я не могу. Я не могу. Я не могу и не хочу. Хана этой. Кстати, заметь, мода пошла в последнее время вот на этих хламонов. Немножко даже удивительно. Бом. Серьезно сейчас? Фига себе. Пляски. Вот это да. Где ты, блин, был раньше-то? Говнюк ты этакий, а? Сейчас такая бомба. И ничего я не успею сделать. Слушай, оригинально. Прям я не знаю как. Немножко, конечно, не там, где надо, блин, оригинальность это проявилась. Вот скажи, я тупой или не тупой? По-моему, я тупой, как сибирский валенок. В чем заключается тупость, ребята? Почему я не... Орей, блин, тут ты пипец. А ты вообще баранище. Просто баранище, ребята. Я в шоке. Я же мог вот эту вот использовать. Ну все, это уже пьяная башка. Это уже, ребят, это уже полный трэш. Это уже полный трэш. Какой ты баран. Чё ты сделал? Чё ты сделал, а? Ё-моё, ребята, ну это пипец просто. Да что еще? Да отвлекай тут нахрен. Ну и чё? Уничтожаем этого хламона и пробиваем ему лицо, так? Да. И кукуруза ему не помогает. А там пускай что хочет делает. Там уже по барабану. У нас же двойная атака должна быть, по идее. Оно свершилось! Оно свершилось, друзья мои. Порадуйтесь за дядю Рея. Порадуйтесь, пожалуйста. У него получилось. Я в шоке. Это сколько? Сколько там поединков? Ну, поединков, наверное, 10, не меньше я продинамил. Я в шоке. Бессмертие. Молодец, спасибо. Ты, конечно, проиграла перед этим очень много раз. Но ты хотя бы, ну... Да ё-моё, заколебали уже.
Ну что, ребятушки, попробуем еще. Опять же роза. Ой, блин, роза, опять эта фигня. Давай так начнем. Это уже, ребят, посерьезнее, это грибочки. Это грибочки, надо было стрим все-таки делать. Не, ну стрим, блин, ребят, отвлекает, тут, понимаешь, тут такие гандашвили. А мне нечего сделать. Ой. Слушай, знаешь, по-моему, это что, к чему идет, ребята? Это к молекулярке движется дело все. Это к молекулярке идет. О, жди беды, Рэй. Жди беды, Рэй. Угу. Сейчас молекулярку влепит. С таким мы уже сталкивались. Ну у него уже банан. А, вон что. Интересно, будет? А, нет, друзья, я ошибся. Не молекулярка. Хотя после него может быть молекулярка. Да ну почему ты, блин, болотный вылез? Да мне нечего здесь делать, друзья. Ну что ему? Ну вот капельку могу только применить, и все, а тут. Ну сюда капельку, блин. Ну и все. 6. Тут 6 и 6. 12 урона. Куда? Куда, друзья мои? 16 урона. Спасибо. Вовремя ты дал. Великолепно ты мне подкинул карту. Ничего, друзья мои. Мы с вами выиграли за бессмертие разочек. Один разочек. Так, оу, пауза, ребят. Так, ну что, друзья мои, Продолжаем. Ай, давай бессмертие убираем и сыграем за заморозга. Ой, сейчас вообще будет трэш. Кстати, заморозка, ребята, очень редко встречается в батлах. Очень редко. Прям пипец как редко. Ядрен, матрен, это что такое? Ну, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, давай. Что у нас из этого может вообще получиться? Так. Не забываем, что морковка имеет очень много могилоедов. Ну, у меня почему-то такое сложилось впечатление, что она имеет их очень много. Сейчас заодно и проверим. Орех. Ну окей.
Да ладно, серьезно что ли? Ну давай. Упс. Слушай, довольно неплохо получается. Ну как бы, как бы можно бомбануть, если что. Убираем этого хлыща отсюда, да? Наверное. Убираем этого хлыща. Так. Интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Ай. Больно-то как? Больно мне, больно. Чуть не... Ну куда ты? Ну куда ты этого хлыща выставляешь? Это интересно, друзья мои. Сейчас будет шок, если у него могилоед есть. И он не пожалеет могилоеда. Чё, какой-то запах. Угу. О. Слушай, орехи, это все как-то очень странно. Блин, ну почему ты вылез? Не тогда, когда надо, а? Ну почему? Блин, он сейчас возьмет карту. Чё будем делать? Чё будем, друзья мои, делать? М? Ума не приложу. Угу. А почему не сюда поставил? Так. Будет свои добуры делать, блин. Ну, бомба должна быть у него, скорее всего. Блин, не нравится мне. Какой-то запах просто отвратный. Что он там сделал? А, о! Смотри, что он делает. Да, тут, конечно. Джабаргоба! Шабаргоба. А, давай сделаем так. И попробуем сделать вот так. Откинул.
Хорошо. Поехали. А кто у нас тут? Ой, как бы с одной стороны хорошо, друзья мои, а с другой стороны не очень. Кого он там хочет убрать-то? Серьезно? Ну, допустим. Опа! Опа-на! Так. Я бы сюда бы на твоем месте поставил бы этого парня. Че делаем-то, друзья мои? Есть идея. Поехали. Дурацкая идея, на самом деле. Прям вообще дурацкая идея. Давай сделаю так. И вот так. Интересно. Ничего интересного. От слова, ребят, совсем ничего интересного. Давай сюда бомбить. Выбор невелик. Так, пять. Ох, сейчас прилетит. Кого сдуем? Да, блин, не того ты сдул, твою мать. Ну, кого ты сдуваешь? Кого ты сдул, а? Ребят, если у него, надеюсь, нету бонусной атаки. Поехали. Бомбани!
энергии дофига, блин. Сейчас какую-нибудь срань вытащит. Все, ему кранты, ребят. Надеюсь. У нас же две, да. Две овершота, две. То есть в лицо бьем. Ему хана. Овершот. Ну что ты там? Сопли ты жуешь. Морковка, давай. Не дуркуй. Поцелуй меня в мой лоб. Обосратушки-перепрятушки, друзья мои. А что я могу сделать? Ну вот такой вот полуэпичный бой. Ну я боролся. Я боролся до последнего. Вы видели все это прекрасно. Есть. Соточка, друзья мои. Соточка. Крутненько. Ну что, дорогие друзья мои. Я не могу назвать это эпической битвой, какой-то эпической игрой, которая сегодня у нас была. Но я считаю, что было круто, весело. По крайней мере, ребят, ну, мне понравилось. Я привык все время там, знаешь, выигрывать. Но я обычно играю за какого-то определенного персонажа. В данный момент это Роза. На Паттайях. Ты прекрасно знаешь, что такое Паттайя, что она делает. Как против них тяжело воевать. Ну вот сегодня я хотел вот так вот разнообразить. Я думаю, что в следующей серии мы, наверное, попробуем сыграть с тобой за растения. Их тоже хватает, за которых я не умею играть. Но, в общем, увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.